Дорогие мастера, хочу сейчас вам продемонстрировать, какой отступ мы должны делать. Обратите внимание, что на ресничке есть микрокапли, и мы немного как бы протираем их по ресничке для того, чтобы полностью распределить по всей поверхности ресницы. Ставим ресничку и делаем небольшой отступ. Примерно вот таким он должен быть. Сейчас ресница установлена с небольшим углом наклона, то есть мы ее поставили не совсем ровно, а немного угол наклона в сторону виска. Правый глаз всегда залаживаем пинцет и чуть-чуть ручку, пинцет и ручку. Всегда вы, когда работаете, у вас должен быть подвижным пинцет по периметру всего глазика. Также давайте обратим внимание, какой отступ не стоит делать. Снимаем ресничку. Макаем ее в клей. На ресницы должны образоваться небольшие микрокапли. Отделяем ресничку и смотрите, что происходит. Опять протираем ее по реснице для того, чтобы у нас хорошо распределился клей. Вот это у нас уже очень большой отступ. То есть такой отступ стараемся не делать. Обратите внимание, какие должны быть отступы. Вот и вот. Это очень большой. Это у нас абсолютно допустимый нормальный отступ. Примерно он составляет 1 мм. Также можно поставить ресничку еще чуть ближе с отступом 0,05 мм. Находим ресницу и примыкаем максимально близко к нашему веку. Выравниваем направление. И просматриваем отступ. Для того, чтобы просмотреть отступ, необходимо приподнять веко. Вот наш отступ 0,05 мм. Вот отступ примерно в 1 мм. И это недопустимый очень большой отступ. Желаю всем красивой работы и всем пока-пока. До скорых встреч, новых видео.